Так, всем привет! Вот решила записать еще видео. Вот такой прикупила себе фонарик, вот такой. Так, сейчас. Так, плюс 15 тысяч, 158 тысяч кВ. Модель BL 1102. Вот здесь идет фонарик. Значит, сначала хочу показать. Минуточку. Сейчас выключу фонарик. Так, сначала хочу показать. Здесь идет шокер. И плюс идет. Ой, стоп. Переключаем и идет фонарик. Такой нормальный фонарик светит. Хорошо. Вот видите, туда далеко светит. Вот. Вот. Так-с. Характеристики я его сброшу потом на видео. Фу, под видео. Вот. Так, с чем он классный? Он классный тем, что здесь идет аккумулятор. Вот. Здесь раскручивается и такой аккумулятор, как батарейка идет. Вот, так что аккумуляторы можно менять. Это как раз очень выгодно и хорошо. Вот. Прикупила я его себе так. Ну, чисто как охрана. Не охрана, а как она? Оборона от кого-то, я сомневаюсь. Вот. Ну, а от собак, да, можно. Вот. Так что у меня еще в коллекции теперь новый фонарик появился. Вот такой плюс. BL1102. Характеристики его я вам сброшу под этим видео. Ну, вот такой обзорчик маленький моего нового фонарика. И плюс еще мой плюс идет он у меня уже обновление к снаряжению. Вот. Сегодня как раз взяла в этот походик с собой. Так, костерчик у меня уже там грань горит. Вот, чаек как раз немного чтобы остыл. Вот. Сделала себе на костре. Вкуснее нет чая, когда на природе, на костре. Вот. Так что, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот чай мой. Вот такая у меня здесь. А, холодно. Зима. Так, еще у нас зима. Так, ну что ж, кому понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами была Багира Яив. До новых встреч, до новых видео. Всем удачи, пока-пока.